Привет, привет! Скучали? Не скучайте, слушайте сказку вместе с НТСом. Сегодня я вам расскажу сказку про Снегурочку. Жили-были дед и баба, не было у них детей. Дед предложил бабе: баб, давай слепим из снега дочку. Баба сразу согласилась и слепили. Делали ком, ручки, ножки, ушки и превратилась этот ком в девочку. Но у них девочка хорошая, дружелюбная. Выросла девочка большая, красивая. Когда наступило лето, ее девчонки позвали гулять в лес. Она не согласилась, баба решила ее отпустить. Ее уговорила пойти. Вот и пошла. Девочки веселились, играли, ягоды собирали, грибы собирали. Когда наступил вечер, девочки сделали костер и начали прыгать берег костер. Снегурочка самая последняя прыгнула, превратилась в облачко. Девочки ее искали, не нашли. А облачко пролетало мимо дедушкиного домика и бабушкиного и сказала: я вам в следующем году приду. Вот и сказочки конец. А ты слушал? Молодец.